Всем привет! С вами Алена, сервер Цвелс. Да, я тут перетащила весь Галактикрафт, как и говорила в прошлой серии. Тут машинки основные, тессеракт так, для помощи поставлен. В принципе, хватает батарейки пока одной. И такие 4 солнечные панели. Вот. Здесь у нас будет пусковая площадка. И надо мной смеются. Ладно. Так, 9 панелей для пусковой площадки мы ставим сюда. О! Так, дальше. Сюда устанавливаем ракету. Можно посмотреть, как она будет со стороны выглядеть. Ну, да. Немножечко бредово смотрится. Имитация зеленой растительности. Но я же старалась. Вот тут будет топливный загрузчик. Сейчас будем его активно крафтить. Как раз надо будет дождаться ночи, чтобы посмотреть, что нас ждет на Луне. Я хочу сначала на Луну слетать, а потом уже на орбитальную станцию. Чтобы все книжечки... Хотя посмотрим. Если ночь не будет в нужной фазе для того, чтобы лететь на Луну, то лучше тогда сначала на орбитальную станцию, а потом уже туда. Так, и загрузчик топлива. Так. Тебя сделать стальные пластины. Так, здесь алюминий. И да, готов. Тин-тирин-тирин-тирин-тирин-тин-тин. Во. Типа подсоединился. Давайте дадим ему топливо. Из этой бочки. Нет, из этой бочки он не принимает. Тогда мы просто пробуем. А если так? Ой. Нет, так тоже не хочет. Это канистрами. В нашу ракету, по-моему, вылезает одна канистра топлива. Теперь надо сделать книжечки, которые нам позволят возвращаться домой. Да, я хитрая. Вот коридорчик. Тут у нас типа лифт. Так. А, вот. Сюда убрала. Значит, нам надо бутылки, бумагу и кожу. Как они по-русски-то называются? А нету, что ли? Были же. А, пузырек называется, вот. Нашла. Да. 4 книжки. Отлично. Так, кожа. А чё, нету кожи? Как так? Ладно. Тогда возьмем плоть. Зомбячью. Тоже 4. Дальше бумагу. Тоже 4. И дерево возьмем. А досок возьмем стак. Отлично. Только, по-моему, там до стака что-то не хватило. Да.
Всего лишь 37. Давайте тогда 10 возьмем. Нам надо сделать так же, как и книжечек, 4 подставочки. Теперь пойдем наверх. Наверх. Это заполнить, это преобразовать. Раз, два, три, четыре. А, еще я не взяла этот чернила. Самое важное, это мы забыли. Тут неоткуда взять. Когда их надо, они не спавнятся. Когда их не надо, тут их целое море. Так, чернила. У меня, оказывается, был чернильный флакон. Окей. Так, один, второй, третий, четвертый. Сюда, сюда. Раз, два, три, четыре. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Две книжечки мы залинкуем здесь. А остальное будем линковать уже на месте. Луна. Так, там вроде от полнолуния до новолуния на Луне будет день. А сейчас у нас как раз ночь на Луне. Ну что ж. Тогда сейчас мы полетим на орбитальную станцию. Для этого нам надо будет еще взять штуки нужные. На всякий случай баллон. Скинуть бы, конечно, все с себя самое хорошее. Так, так. Раз, два, три, четыре. Нет, не так, наоборот. Да ё-моё. Так, стоечки. И сразу верстачок с собой. Фух, надеюсь, я не помру там. Всегда боязно летать на какие-то новые измерения. Так. Тут вроде все полное. Вроде вся готовая. Ладно, на какой там на пробел вроде. Поехали! Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пью! Ой-ой-ой, как она громко. Посмотрим в окошечко. О, звездное небо, которое я делала. Нас обманули. У нас, оказывается, мир состоит не из сфер, а из огромного квадрата.
Блин, это так красиво выглядит. Тут вроде как еще можно ракеты туда-сюда управлять, но я не стала этого делать, чтобы лететь именно над собой. Ой! Вот это сейчас было страшно. Так, земля. О, то есть вот у нас мы взяли с собой продвинутую полупроводниковую пластину, олово, железо и алюминий, мы можем создать орбитальную станцию. Она у нас теперь летает, Луна и наша станция. Нажимаем Enter. И сейчас дала. Ей! Ура! О! Приземлилась наша ракета в сундучке. Вот она. Так. Стоять, Зорька, куда ты пытаешься все убежать? Значит, здесь мы ставим нашу книжечку домой. И делаем одну книжечку за сюда. Ракету мы заберем. Нам она еще понадобится. Фух. Надо будет здесь за кадром тоже сделать некое подобие станции, чтобы не улететь случайно за пределы. Так, и пошлите домой. Мы дома. Так, я теперь дождусь нужной фазы Луны и вернусь. Сейчас уходим на паузу. Я вернулась. Вроде бы как бы Луна полная. Так что можно попробовать полететь на Луну. Так, Луна полная, поэтому летим на Луну, да. Так, это пока все выкинуть. Верстак с собой, книжка с... Ага, связующая книга. Одну надо установить здесь. Где? Space Station. Так вот. Так. Ну что, полетели на Луну. Я когда тестировала в одиночном мире, там была полная мгла. Надеюсь, это было из-за того, что я туда прилетела в ночную фазу. А не всегда она там. Так. Так, проверим. Топливо полный. Ладно. Дубль 2. Поехали! Ну. Давай, давай. Чуть-чуть еще. Не трогай кота. Так. Пи! Ай. Ай-яй-яй, красота какая, красота. Надо было бы такое придумать, а? Кстати, домик мой довольно хорошо смотрится, когда от него улетаешь далеко. Ой, только хотела сказать, и тишина, как она бомбанула опять. Все, и звездочки уже пропали почти, да, все, пропали. Луна, мы летим к тебе. Почему сквозь Луну просвечивают звезды? Это не к добру. Так. Ну уже. Давай. А, еще. Еще чуть-чуть. Все, экран выбора. Давай мне. Так, теперь опять. Еще раз нажать. Где Луна? Иди сюда.
Enter. Будет выжимать пробел, да? Да, скорость вхождения. Вроде нормальная скорость вхождения у нас. Главное не умереть. Ну, она где-то внизу, блин. Все-таки тьма тут, да? Это, конечно, печально. А, нет, не тьма. Что-то мы как-то слишком активно... А, во. Приземлились. Прилунились. Все, можно вылезать на shift вроде, да. Ура! Мы на Луне! Ух, как прыгается хорошо. Та-дам! Кто там такие? Или вы под землей где-то? Да, вы, наверное, под землей. Так, и на Луне мы, наверное, тоже обоснуемся здесь. О, ноды. Прикольно. Я не знала, что на Луне есть ноды. А, так. Ну что, у модуля тогда я, наверное, поставлю себе книжечку. Потом также за кадром улучшу, ну, построю себе здесь каблодом. Так, Overworld, связующая книга. Ну, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить. В этой серии я хотела сделать только это. Последнее время получается по Майнкрафту серии маленькие, но... Ну, не знаю. Просто надо очень много делать закадровой именно деятельности. В том плане, что всякие постройки, разнообразные крафты. Когда их куча-куча, и приходится еще ждать много-много. Куча крафтов и много ждать. Куча-куча, много-много. А, вот, это не совсем интересно показывать. Показывают только то, что интересно. Ой, оно до сих пор дымит. А, оно не может прилуниться по-человечески, да? Давайте мы ему поможем. Вот. Поэтому я показываю только то, что, на мой взгляд, самое интересное. Чтобы я, например, посмотрела. Так. То бедолага завис в грунте лунном. Ну, еще чуть-чуть тебе, да, тут? Ой, тебя я не хочу убирать. Кстати, из него же надо достать еще этот ракету, да? А вот он пока не посадится по-человечески, ракету достать и нельзя будет. Все, вроде сел. Еще нет, черт. Ну ты же сел уже. Короче, он забрал мою ракету. Ну да ладно. Всем спасибо, кто со мной был. Всем пока-пока.